Председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров встретился с членами областной избирательной комиссии Ленинградской области. По словам главы ЦИКа, в Москве отнюдь не обеспокоены разворачивающейся в регионе избирательной кампанией. Напротив, в столице считают, что кампания проходит хорошо. Повод для визита был другой. Москва и Петербург – это не совсем столица Руси, а столица Руси находится на территории Ленинградской области. Это Старая Ладога. Является столицей Руси на протяжении уже более чем 1000 лет. Поэтому я не мог не приехать в ходе избирательной кампании в центр нашего государства. Председатель областной избирательной комиссии Владимир Журавлев рассказал о ходе кампании выборов губернатора. Владимир Чуров особо подчеркнул, что в Москве пристально следят за опытом Ленинградской области. Глава ЦИКа надеется, что они станут эталоном для грядущих выборов в Государственную Думу.